Я не буду много говорить. Бат-мицва. Совсем недавно на этой сцене у нас была бар-мицва. Сын Завета. Сегодня у нас будет дочь Завета. Я хочу пригласить к комментарию Торы Маргариту, дочь Сергея. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Аолам, Ашер Бахар Бану Миколь Хаамим, Венетан Лану Эт Торато. Баруха та Адонай Нотен Хатора. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Я буду комментировать главу Насо, числа с 4 главы 21 стиха по 7 главу 89 стих. Это самый большой раздел Торы. Эта глава содержит несколько тем. По завершении исчисления сынов Израиля отдельно подсчитывается количество левитов в возрасте от 30 до 50 лет. 8580 человек, тех, кто были пригодны для служения и переноски святилища. Всевышний сообщает Моше некоторые законы о взаимоотношениях мужа и жены, назареях и ритуальной нечистоте. Первосвященнику Аарону и всем его потомкам-священникам дается заповедь благословлять народ Израиля особым благословением Беркат Коханим. Главы 12 колен Израилевых приносят свои подношения в честь освящения жертвенника. Я хотела бы прокомментировать такую тему, как Беркат Коханим, благословение священников. Числа 6 глава 24 стих по 26 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и будет милостив к тебе, да обратит Господь к тебе лицо свое и дарует тебе мир». Итак, перейдем к тексту молитвы. «И говорил Господь Моше так, говори Аарону и его сынам так, так благословляйте сынов Израиля, и говоря им, благословение – это обязанность священников». Они должны благословлять сынов Израиля и делать это нужно постоянно, так как благословляете, показывает на постоянное продолжительное действие. Делайте это, не сделайте один раз, и этого достаточно, а делайте, благословляйте. Так что часть служения священников – это благословлять сынов Израиля. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Благословение на иврите звучит как слово «браха». Доброе пожелание, высказывание доброго пожелания. Слово «браха» связано с другим еврейским словом «берех» – «колено». И из этого мы можем сделать вывод, что благословение получают на коленях в молитве от Бога. Это значит, что мы приходим к Богу, и Он отвечает нам. Давайте порассуждаем над словом «благословение». Оно состоит из двух слов – «благо» и «слово». Мы говорим благое слово от Бога в жизнь людей, и Он отвечает на нашу просьбу. Жизнь верующих – это путь смирения и кротости. Мы благословляем тех, кто делает нам пакости. Мы благословляем, а не проклинаем, потому что Бог благословляющий и благой. Давайте вспомним, что Иешуа, наш Машиах и Господь, сказал, когда был распят на кресте. Он просил милости для тех, кто его распял, благословлял, а не проклинал. И в этом он показал нам пример. Римлянам 12 глава 14 стих. Благословляйте тех, кто вас преследует. Благословляйте, а не проклинайте. 1 Петра 3 глава 9 стих. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление. Наоборот, воздавайте благословение, потому что вы к этому призваны. И в этом наследие обещано благословение. Израиль был призван Богом стать благословением для всех народов. Бог хотел, чтобы Его царство пришло в этот мир. И когда священники и Аарон благословляли народ Израиля и другие народы благословением, которое Бог дал, они высвобождали Божью милость для всех. Продолжим рассматривать молитву Аарона. «Да озарит Господь лицо свое для тебя и помилует тебя. Озарит лицо. Свет Его лица позволит нам не находиться во тьме. Только тогда, когда человек полагает свою надежду на Бога, тогда он находится в свете Его лица». И милость Его не отступает. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Обратит Господь свое лицо. Его внимание будет обращено к тебе. Его любовь и забота будет направлена на тебя.
Это совсем не значит, что у тебя будет безоблачная жизнь, и все проблемы уйдут сами собой. Он обращает внимание на нас, обращает свое лицо и имеет намерения, и эти намерения – благо для нас. Не всегда это выглядит так, что Он дает то, что мы хотели бы, но это потому, что Он имеет добрые намерения. Поэтому Он дает то, что нам необходимо, и принесет нам благо, а не вред. И, конечно же, шалом. Мир Божий хранит наши сердца. И возложит имя мое на сынов Израиля, и я благословлю их. Итак, вывод. Итак, повеление благословлять начинается с того, так благословляйте сынов. Потом мы видим в тексте переход к личности. Благословит тебя. И завершается Беркат Коханим, благословлю их. Наш Бог хочет благословлять нас, и чтобы мы благословляли друг друга. Давайте вместе произнесем это благословение. Еварахаха Адонай Ваишмареха. Яэр Адонай Панавелеха, Вихунеха, Иса Адонай Панавелеха, Ваисам Леха Шалом. Аллилуйя. Ну что, папа, мама, идите сюда. Вот, настал тот час. Помните, как есть, а детки-то выросли. Ну, вам слово. Она меня точно обогнала. Я не комментировал Тору, даже не проповедовал. Она первая. Вот так из поколения в поколение передают отцы детям. Я надеюсь, что она будет моими устами, когда я состарюсь. Отец Небесный, Боже, я благословляю ее и прошу, чтобы по Твоей великой милости она обрела Твою благодать пред очами Твоими. Открой ей свои пути, Господь, и позволь ей быть носителем Твоей славы, Боже. Храни ее на всех ее моментах жизни, Господь, и соблюдай ее сердце, Боже, потому что из сердца источника жизни. Боже, да благословит Тебя Господь и сохранит. Маргошенька, ты, твое имя означает «жемчужина», и ты огромное сокровище для нас, мы обрели и в Боге. И мое пожелание к тебе, чтобы вот эту жемчужинку ты в своей жизни нашла. А эта жемчужинка – это Иисус. Ты знаешь, притча есть такая, что один человек для того, чтобы купить одну драгоценную жемчужину, продал все. И хочу, чтобы вот мое такое большое желание, чтобы самая большая драгоценность в твоей жизни – это был Иисус и отношения с Ним. Я тебя очень люблю, ценю, и для нас ты огромное благословение и подарок от Бога. Софа, ты тоже. Софа еще не хочет, но ничего, скоро и ты будешь на этом месте. Я хочу пригласить сюда Ребе, Олега Станиславовича, Сергея Михайловича, и чтобы вы тоже благословили, как пастора, как старейшины. Я буду последним говорить. Давай. Да, дети растут очень быстро, да? Особенно чужие, да? Аллилуйя! Авину Шебешумай, Небесный Отец, Боже, мы благодарим Тебя за наших детей, и мы благодарим Тебя за то, что Маргарита, она выросла в доме Твоем. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Боже, водишь ее во взрослую жизнь. И мы просим Тебя, Господи, чтобы благость Твоя и милость была с ней всегда. Мы просим Тебя, чтобы Ты хранил ее от этого мира, чтобы ее сердце было прилеплено к Тебе, к Твоей Торе, к Твоему Слову Божие, чтобы она всегда руководствовалась, Боже, истиной Твоей на своих путях. Да будет благодать Господня с Тобой всегда во имя Иешуа Мессии. Амин. Маргарита, мы желаем, чтобы ты была успешным человеком, чтобы ты правильно ставила цели, ты знала, как их достигать, вот, чтобы ты принимала всегда правильные решения. А это возможно, если ты будешь пребывать в Слове, ты будешь любить Его, ты будешь знать Его, ты будешь размышлять о Нем. Да благословит тебя Господь, откроет Он, знаешь, твои очи,
твое сердце для Его Слова, чтобы ты была отличной, хорошей почвой, знаешь, чтобы все посеянное Господом в твою жизнь, оно дало обильный, прекрасный результат. Мы благословляем тебя, мы любим тебя, мы ценим тебя. Амин. У тебя написано dream, мечта. Писание говорит о том, что желание боящиеся или мечты, которые Бог дает, те, кто боится Его, Он исполняет. Самое важное в жизни человека – знать Бога, бояться Его. Не имеется в виду, что Он там что-то сверху, а уважение, почтение к родителям – это одна из самых первых заповедей. Тогда ты будешь счастливым, проживешь долгое время, и мы будем видеть тебя на этой сцене. Ты не будешь вместо папы петь, ты будешь вместе с ним петь. Амин. Не будешь его устами, ты будешь его аккомпанементом, да, таким, бэк-вокалом, не знаю. Но это благословение. Або я прошу, чтобы твоя милость была с ней. И о чем она мечтает? О прекрасной семье, богобоязненной семье, милости твоей, которую ты являешь в ее жизни. Мы благословляем ее. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в содружестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.